Газированный напиток Старшот. Хотя можно было почитать Старосход. Питер Лемон, то есть типа Швепс. Люблю Швепс. Купили сейчас с Эльдарчиком в светофоре. Он не хочет показываться в камеру, но вот, пожалуйста, вот. Засал, думал, что я ему машину забрызгаю. Довольно вкусный. Битер, лимон. Даже не горький. Не особо горький такой. Люблю такие битеры просто так пить. Вот идеальный, мне кажется, напиток для тех, кто любит битер, но не любит слишком горький битер. Это хорошо, когда ты пьешь коктейли вместе с джином. И вот этот тоник будет как раз не такой горький, а твой джин будет супер горький.